Родные трибуны не помогают. Хоккеисты сибирских снайперов неудачно провели первый домашний матч чемпионата молодежной хоккейной лиги против оренбургских сарматов. О ходе поединка Константин Бухтатов. Сибирские снайперы проводят первый домашний поединок в чемпионате после важной победы над нижегородской «Чайкой», действующим чемпионом молодежки. Напомню, в том матче сибиряки отдали много сил. В результате энергии не хватило в поединке с оренбургскими сарматами. Игру своей команды в стартовые 20 минут матча главный тренер Николай Заварухин охарактеризовал одним словом – расхлябанность. Плохое начало первого периода, в принципе, какие-то вялые или какие-то не настроенные вышли на игру, в принципе, которые решающий первый период, мы проиграли его 1-2, вроде повели в счете. В дальнейшем как бы контролировали вроде бы игру, все голы пропустили с добивания, с пятака. Второй период сразу же начинается с пропущенной шайбы, но новичок снайперов Александр Локтев оформляет дубль в подтверждении того, что сдаваться никогда нельзя. Главное психологически не сломиться у нас, мы старались держаться, набор подбадрили на скамейке друг друга, чтобы все хорошо получалось. Главный коллектив. Если коллектив будет кулаком держаться, никто не сломит нас. Вот только на финишный штурм ворот оренбуржцев наших хоккеистов уже не хватает. При счете 3-4 снайперы выпускают 6-го полевого. Задачи тренерского штаба поражения на своей арене не входят. Но обидная потеря шайбы на чужой половине оборачивается голом в пустые ворота. Новосибирцы уступают в своем первом домашнем поединке и готовятся к новой игре с остальными лисами из Магнитогорска. Константин Бухтатов, Алексей Погудин, новости ОТС.